У нас день школьный, будний. Снежка у меня так спит. Ага. Носочки я ей специально надеваю махровые, тоненькие. Потому что она у меня выбрасывает одеяло. Одеяло вообще не любит. Я ей даю пододеяльник. Она его, в общем, выбрасывает. Я уже рассказывала в прошлых видео. Но, может быть, кто-то новый у нас появился на канале. У меня двое приемных деток. Это Егор и Снежка. И когда они к нам приехали, когда мы их привезли, то в первые месяцы они даже в кроватях не спали. Они пытались из кровати вылезти на пол и спать. У Снежи это прекратилось буквально через неделю. Она поняла, что в кроватке хорошо, но не любит окутываться. А вот Егор очень долго спал на ковре. У нас даже фотографии сохранились. Если я эту фотографию найду в компьютере, я ее в конце этого видео вставлю. Вот. Что я хочу сказать. Мы вчера ходили вместе со всеми моими маленькими на прием к офтальмологу. На прием уже ходил у нас один Егор. Ему подобрали вчера очки. Вот. И заодно там рядом кабинет оптика. Мы эти очки заказали. У Василисы тоже оказалось нам нужны очки. Вот. Василисе нам очки подобрали, сделали. И мы их сразу выкупили. У Егорки сложный случай. У него астигматизм. Линз таких в наличии нет. Только на заказ. Подобрали только оправу. Я тоже все оплатила. И будет готово где-то через неделю. Ой, мы Егора там уговаривали всем коллективом. И я, и Василиса, и консультант, и мастер. Мы ему все по очереди проговорили. Ну, консультант и мастер, конечно, по моей просьбе. Я им объяснила, что ребенок немножко с особенностями поведения. Есть дети с особенностями развития, а мой Егор с особенностями поведения. И я им объяснила, что вот нужно ему проговорить. Они ему проговорили, что да, вот Егорка, такой сложный случай. Нужно линзы поехать в другой город купить. Как только мы их купим, мы здесь все сделаем. И твоему папе позвоним, он приедет за очками. Все проговорили, все. Он все равно вышел из кабинета с полными слезами. С полными глазами слез. Вот. А на улице он уже у нас пытался войти, скажем так, в зону скандала. Но так, в общем, кричать он не стал, конечно. Но отказывался идти со мной, например, по пешеходному переходу за руку. В общем, для меня это было не очень приятно на людях, да? Но я человек такой, что я на это вообще внимания не обращаю. Что про меня подумают, как про меня подумают. И мне абсолютно не стыдно за то, что делают мои дети. Это дети. То есть мне стыдно только за то, что делаю я. Хотя на самом деле им я выговариваю. Да, мне за вас стыдно, говорю им. Вот. Пока они спят, признаюсь. Ничего мне за них не стыдно. И такая вот я. И, в общем, что дальше? Снежанка у нас вчера. Ей же тоже очки захотелось. Она всю дорогу. Я тоже плохо вижу. Но я-то знаю, я-то с ней на приеме была буквально вот каждый раз. Я же видела, она читает, все видит. Буквально идеальное зрение у ребенка. Вот. То есть ей просто захотелось. У Василисы очень красивые очки, поэтому Снежане тоже захотелось. В общем, наши скандалы начались вечером. Первое крупное такое у нее «не хочу» со своим скандалом. Это она вчера отказалась есть ужин. В общем, наверное, для нее было неожиданностью. Я ей пошла навстречу, сказала: «Хорошо, шагай спать. Иди чисти зубы и шагай спать». Я не переживала, что она останется голодной, потому что у нас был очень плотный полдник.
Они там много всего съели. И я так думаю, что она просто и не голодная была. Если она была голодная, она бы ни за что не отказалась от еды. А Василиса у меня тоже ужин не съела. Так, посидела просто с нами за столом. Ну, Егор, понятно, Егор всегда все съедает. Вот. А вечером она, значит, типа того, ушла спать. Я спрашиваю ее, зубки почистила? Да, почистила. Я говорю, ну хорошо, спокойной ночи тогда. А сейчас утром прихожу, лежит ее зубная щеточка с пастой. То есть это бунт номер два. Посмотрим, как она сегодня будет себя вести. Для меня вот эти вот скандалы, конечно, с одной стороны, они в какой-то мере меня задевают, выводят, а с другой стороны, я была еще тем подарком в детстве, я все это помню. И я также вот устраивала голодовки. Правда, я была постарше. И они у меня были более осознанные. И, скажем так, за... Ну, ой, если можно про маму такое сказать, что за ее провинность, наверное. Меня, не за, скажем так, незаслуженно отругали за плохую отметку. И я голодала 3 дня. Это было во втором классе, я помню.